На зеркале появился дефект, а новое стоит недешево. Зачем тратить средства, если можно самостоятельно задекорировать старое? Для этого нам понадобятся вот такие сухоцветы. Наносим клей на пятно и закрываем его цветами и листьями. Остальной декор распределяем произвольно. Располагайте цветки как можно ближе друг к другу. В нескольких местах разместите красивые стразы, бусины или пуговицы. Такая рамка из цветов оживит ваш домашний интерьер.